на пляж идем. Такие мотели здесь, маленький хотел, это мотел называется. Свимминг пул, бассейн маленький. Зачем бассейн нафиг? Ну, правда, для детей. Здесь вот море, вот за этими домами море здесь вот. 100 метров пройти. А. Now wait. Гляньте, частный дом. Тоже, наверное, сдают junky stuff. Все засыпано, все неухожено. Не подстрижено, не ухожено, не обстрижено. Все понаставлено, как попало. Junky stuff называют это. Цыганские вещи. Ну, бардак цыганский имеется в виду. Американское выражение junky. Черт-те что. Вот. Там, конечно, ухаживается. Там все команда нанята, которая работает. Так, ну, а я держу эти... колбаски мы их называем. My beautiful balloon, my beautiful balloon. Есть песня «Красивый мой шар», «Красивый мой шар». Ну, этот воздушный шар. На людей, на толстых людей тоже говорят в шутку «My beautiful balloon». Все завяло. Неухожено, не покрашено. Наставлено. Вот это прежде чем наставлять, надо думать, как ты будешь за ним ухаживать. Как у меня отец говорил все время фразу, любил что-то такое, что-то я покупала, в дом вот это дело, потом говорю, приди мне, прибей, забей, отбей, отрежь, порежь, ну то есть мужские дела какие-то. Он все время говорил так, ну вот чем больше, говорит, накапливаешь, тем больше ты должна за этим, ну то есть за всем за этим надо, говорит, ухаживать. Поэтому, говорит, я не люблю ничего. Типа лишнее покупать, потому что все равно за этим надо ухаживать. Это правда. Вот, девочки, мальчики. Когда он там заплатит? Ханя платит за парковку. Вот. Ну, точно junky stuff. И главное, спринтлер есть, вода проведена у него. И все равно ничего не это, ржавое все, черти что, да? Представляете, такой. Так бы и дом нормальный, и все вроде, и дом покрашен, ничего. А во дворе страшное дело. Написано, док имеется, то есть в доме собака написана. Ужасно, эти клумбы завяли. Это вот живые цветы, но не завяли. То есть эти растения, представляете, в корзинах. Отвратительно, да, девочки? Ой. Городские власти, есть и здесь трава, вон между кирпичами растет. Городские власти ездят, штрафуют дома, которые выглядят плохо. То есть травой заросло и все. Но здесь, может, и не будут, потому что издалека проедет здесь частный дом, да и все. Ну, то есть вот какие-то кусты растут и все. Вот, а так, если траву будете оставлять, получите штраф. В первую очередь получите от своей ассоциации домовой, смотря где вы живете. Но вот этот не получит штраф, потому что он сам по себе живет. Хотя я бы, например, на месте городских властей предъявила бы ему, чтобы убрал этот junky stuff. Нафиг вообще сажать, если ты не умеешь за этим ухаживать. Тебе некому, ты больной, хмельной, безрукий, без ног. Лежит земля, главное, слышите, земля в пакете лежит зеленым. То есть землю купил. Ну, может, собирается что-то делать. Ладно, чего ты к нему пристала? Или напишут сейчас, напишут. Как вы любите обсуждать? У нас канал, девочки, называется «С удачем про Америку». Кто сказал, что вот это не Америка с засохшими этими растениями? Ой, господи, а здесь-то на столе-то, на столе. Ну, вот. Такой, ой, видите, кондиционер какой там старый торчит в окне. Вот на этом, на плакате написано... человеческие права, там это хорошо, любовь это любовь, этот самый human rights, это, короче, все лозунги, которые бывают, любовь, это, по-моему, гомосексуалистовый этот, а? Yeah, what I want. How we believe, sense to right, everything. Ну, короче, эти, воззвания, лозунги.
все собраны и написано на одном плакате. Такое-то. Не поймешь, что он этим хотел сказать. Типа как в Советском Союзе взять. Да здравствует 1 мая. Привет участникам автопрогона, как автобендер говорит. Вот. Здесь я только не увидела про Black Lives Matter. Этот. Жизни черных важны. Вот это что-то не увидела. Я этот там, а может, не вчиталась. Так. Так, Ани. Впереди грузовая машина. Открыла. А, нет, она закрыла. Там закрыто внутри, но первое вот это помещение открыто. То есть люк там открывается, мусор засыпается. Так, это те, которые собирают мешки по домам ездят. Вот, за мусор в Америке вы платите, понимаете, да? Ну, так как везде, во всех странах. А сколько мусорка? Да, наверное, может, долларов 60 в месяц. Honey, how much for trash paid, for example? A monthly payment in the United States. Like $70 per month, right? Pick up trash in houses. Он не знает. Короче, где-то так, где-то 60-70 долларов, может, не знаю, сейчас, но примерно так. Не смотрела никогда. Оно включается там вместе. Обычно да нет, не вместе есть, там это статья расхода, но отдельно пишется, но там вместе просто оно все завязано за дом, поэтому не скажу точно. Ну, примерно так. То есть, до хрена, девочки, мальчики. Если в переводе на русские деньги, до хрена. $70. Это сейчас, ну, не знаю, 6 тысяч рублей, да? Ни черта себе, девочки. Вот. Но, this like, так, взяли что-то там, ну что-то мы там взяли, венди с места, фрай картошка, ну здесь, если заказываешь бургер, вот видите, принес вещи выбрасывать, то есть выбрасывать ненужные донейшн, за бесплатно отдаешь туда свои все дела, ну там написано, что крупная, габаритная, не надо туда совать, а все, что обувь, вещи люди туда выбрасывают и там перерабатывает определенная организация. То есть хорошее что-то идет куда-то в донейшн или на продажу, или в какие-то страны, как секонд-хенд, да? Вот, а все плохое перерабатывается. Так, а вот это наша еда. Ханька не выдержал, раскрывает. Ханя, что там, Ханя? Бургер, right? No, it's ranch sauce. Окей. Не вы, он не может выдержать. Когда я видео показываю, он не может выдержать. I have a plate. Бургер. Так, биф, мясо, лук, соленый огурец и должен быть листья чего-то. Это тоже бургер. Это тоже бургер. Картошка. Такой же. Сыр, лук, говядина. Сыр растаял. Американский чист называют вот этот вот желтый. Так, картошка фри, горячая. А это соусы, а это наггетсы чикеновые, куриные. Горячий класс. Смотрите, там ходят около мусорки. Do you see on the trash can, этот birds, honey? Около мусорки лазят эти наши птицы красивые. Боже мой. Смотрите. I see the guy. Yeah, but birds, you see birds, white birds, chicken, how they call this, Florida chicken. А, и эти белые ходят, боже мой, какие мусорки.
еще homeless. Is it homeless guy, right? Mm-hmm. Птица, вам видно там, ну когда зум сделаешь, не очень. Вот, вот это стал еще рядом. Припарковался, может. Смотрите, как они там лазят. Да такие большие пушистые, это совсем не те птицы. Или он их там кормил, открыл кулек. Ну, в общем, вот так. Так, значит, там птицы кормятся, а здесь люди. Смотрите, как Ханька кормится очень быстро. Смотрите, не успела два слова сказать. Two words. I said you got your burger, honey. Девочки, укормишь их. Ага. Иметь или не иметь, это вот вопрос. Honey, what would you do? Как борьба за еду, как у тех птичек. Так, а где этот кетчуп? No ketchup? Обычно картошки кетчуп дают. А, ranch you order. Ranch, right? Это ranch соус он заказал. Ranch соус не идет на картошку, Ханька. You have ketchup in the car. А, yes, we have. Окей, ну ладно. Приятного аппетита. Так. Жилые квартиры. Тай кокетай суши. Ага. Ханька говорит, суши плейс здесь. Дома жилые в Америке, у нас вот в наших странах там, то есть по улице и все, да, вот адрес на улице и все, и больше тебе ничего не надо, ты нашел дом. Но здесь тоже по адресу, да, можно найти, но во всяком случае название территории, это все говорят там, например, где ты живешь, да, я живу там на юго-западе города, ну, например, и называют свой... Там, например, название вот этой subdivision, то есть вот этой территории, где дома есть. Ну, например, там 5 домов, 3 дома, 2 дома, 15 домов вместе. Там какое-то название, например, там красивый лесной массив или что-то в этом роде. То есть прямо такие, иногда такие названия смешные. Ну, там, солнечный городок или, ну, что-то так вот называется. И стоит стела у въезда. То есть это принадлежит, не принадлежит, а... Ассоциация обслуживает, не обслуживает, а работает с вашими домами. Им вы платите за обслуживание домов денежку, да? То есть у нас просто по улице, по номерам дома. И никому они не принадлежат. То есть они вам принадлежит и все. А территорию обслуживает городские власти, а если это большой город, то это районная власть, да? Ну вот там деревья туда-сюда, да? Что-то делают, там сажают или подстригают, или лавочки ставят, или детские какие-то там строят эти детские площадки, все. А здесь принадлежит вот узкому такому, то есть здесь объединены жилые дома в одно какую-то в одну ассоциацию. Вот. И большими они, эти ассоциации, не бывают. Бывают по территории большие, там, где есть гольфовое поле, например, у них есть, или даже стадион какой-то такой бейсбольный, и там жилые дома, и там на security закрывается эта территория. Вот такие большие такие территории, там, да, большие, там частные дома, то есть частные дома. Вот, а может быть, частные дома вместе в перемешку с многоэтажными немножко есть такие территории, да, но все равно они не очень огромные. По числу жильцов, я имею в виду. То есть, ну, не будет такой, как какой-нибудь там в наших городах микрорайон Черемушки объединен в одно место. Нет, конечно. Вот. Это особенности постройки в Америке. Она совсем другая, чем в наших странах. Вот.
Ой, что это он? Ой, разогнался дядя на машине сильно.